Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня Купер. Сегодня поговорим о здоровье, поговорим о нашей женской молодости, о нашей красоте, о нашем самочувствии и вообще обсудим тему БАДов. Вы знаете, я была всегда скептиком по поводу БАДов и всяческих витаминов. Почему? Потому что была молодая, здоровая и, видимо, моему организму всего хватало, потому что когда я пила БАДы, я себя прекрасно чувствовала. Сейчас нам Жорик будет портить видео. Сейчас я ему открою его кабинет. Итак, рассказываю, почему я была скептиком по поводу БАДов всяческих и так далее. Потому что была красивая, молодая, здоровая. И моему организму ничего не надо было в плане каких-то добавок. Но во всяком случае, вы знаете, у меня как бы, может быть, и плохие, слабые ногти. Но у меня более-менее нормальные волосы и кожа. И поэтому как-то я не запаривалась. Но однажды, захожу издалека. Однажды у меня очень сильно выпали волосы. И я по совету, не помню, кто мне посоветовал. То ли блогер какой-то, то ли что. Я не сильно сделала брови свои сегодня. Как вам? Не ярко? Я все по привычке темные брови делаю. Сейчас-то я уже не брюнетка. В общем, короче, я купила БАДы Фитофанер. И это первый раз я почувствовала на себе работу БАДов. То есть, как я почувствовала, у меня стали расти новые волосы, новый подшерсток. То есть, такая конкретная такая подушечка из волос. Это было круто. И вот это единственный раз, когда мне почувствовала тогда еще в тот период БАД. Я их до сих пор советую всем своим знакомым, родственникам. Фитофанер от Фито. Шикарный трехмесячный курс покупаете или четырехмесячный, пропиваете, и вы почувствуете густоту волос, плотность волос будет лучше. Сейчас у меня этих БАДов нет. У меня сейчас нормально все с волосами, я их не пью. Но если у вас после, допустим, каких-то там, не знаю, заболеваний с волосами беда, либо просто хотите пропить, улучшить свои волосы, короче, пропейте их. Но говорят, что волосы начинают расти везде, интенсивно. У меня с этим тоже проблем нет. Я как-то вот на теле у меня волос нет, слава богу. Ну, нет зарослей, так скажем. Короче, поехали дальше. Потом я начала, единственный раз, когда мне тоже очень сильно понравился БАД, это витамин D. У меня хроническое заболевание, есть псориаз. Сейчас оно у меня давно, уже много лет в ремиссии, то есть я никаких не имею признаков этой болезни, но она может появиться в любой момент. Поэтому псориазникам обязательно нужно пить витамин D, да и вообще всем. Вообще всем нужен витамин D. Там уже надо с дозировкой смотреть, что да как, разбираться, но витамин D нужен всем. Солнца не хватает. Витамин D это практически какой-то уже гормон даже, а не добавка. Короче, витамин D я пью, и я вам сейчас покажу свой витамин D, который я пью. В общем, это вот подводочка такая к БАДам. Это всего два раза в жизни раньше, когда я почувствовала на себе разницу. От витамина D у меня сразу же стала лучше кожа. В плане там, где были красные бляшечки от псориаза, они все побледнели, прошли. В общем, у меня как-то на ноге прям такая целая полоска была. Нет, следов не осталось, ничего. Все быстро прошло, пропила просто самый дешевый из Крюдвайта жевательный витамин D. Вот сейчас я пью классный, дорогой витамин D, солгаровский. В общем, оставлю на него ссылку на Ахёрби, пожалуйста. Я сделаю такую вам ссылочку на все мои покупочки. И вы по этой ссылке можете пройти и прям заказать все, что у меня. Либо выбрать что-то себе. Либо просто по моему промокоду на Ахёрб тоже что-то заказывать. Потом можете приглашать друзей. В общем, короче, на iHerb есть целая система вознаграждений. Попробуйте ее. Но зарегистрироваться можете по моей ссылке. И, короче, вам будет скидка. И мне будет скидка. В общем, такая тема на iHerb очень прикольная. Поэтому блогеры очень любят видео про iHerb, потому что это хорошо. Ну, как бы есть какая-то отдача. Короче, в общем, и с тех пор я пропила, значит, витамин D, фитофанер пила, в общем, что-то как-то я стала понимать, что действительно это работает, потому что действительно стали лучше волосы, лучше кожа. Мы не всегда едим полезную еду, не всегда в ней хватает каких-то микроэлементов. В общем, рассказываю дальше. В конце прошлого года у меня был очень сильный стресс. Это было связано с работой. Увольняться, не увольняться, что будет, какое меня ждет будущее, у меня ипотека. В общем, я сама себя накрутила. Зря, не нужно было себя накручивать, все в порядке. Нормально, все справляюсь. Но я себя накрутила прям реально сильно. И мне одна ясновидящая, ну, неважно кто, посоветовала пить магний. Она говорит, пей магний, будешь спать хорошо, будет все классно. И я поехала, купила вот такой вот магний. Кстати, про мою коробочку. Вот такая у меня коробочка, это хлебница. Хлеб я сейчас не ем, я сейчас на кето. И вот у меня сейчас полная вот эта вот хлебница моих БАДов. Я так вот их закрываю.
так вот закрываю коробочку, и бады у меня стоят здесь. Единственное, что плохо закрывается, потому что коробка большая. Ну, короче, поехали дальше. Значит, я искала долго магний, она мне скинула фотку магния, но у нас такого не было. Я думаю, ну, пойду, что есть хорошее на рынке витаминов, я в этом не разбираюсь. Где же этот магний? Вот. Я его оставлю по ссылке, посмотрите, это был у меня магний другой какой-то. Магний-цитрат, как-то вот так назывался, по-моему. Я сейчас не буду утверждать. В общем, это вторая банка магния. Я все время пью. Раньше я пила магний с утра, но его все-таки лучше. Он так немножко нервы успокаивает, снимает стресс, вы будете лучше спать. В общем, это очень классная вещь, магний. Обязательно, девочки, пейте. Наше все здоровье, все качество жизни зависит от того, сколько у нас стресса. Как мало у нас стресса. Чем меньше стресса, тем лучше. Нам не нужен стресс. Нам не нужны новые морщины, седые волосы, измученная нервная система, плохое настроение. Это нам ничего не надо. Нам надо классно и качественно прожить эту жизнь без стрессов. Поэтому магний пейте, девчонки. Это реально мне помогает. Все, кто по моему совету стал пить магний, все мне тоже сказали спасибо. В этот раз я пью магний с цинком и с кальцием. А это еще лучше делает ногти. То есть тут цинк есть и кальций. Вот цинк тоже очень хорошо для вашей кожи. До этого я пила биотин от Салгар. Вы знаете, биотин от Салгар. Я оставлю ссылку на биотин от Салгар. Попробуйте побольше дозировку. У меня, видимо, была маленькая дозировка, я не почувствовала. Вот. А когда пью цинк, магний и кальций, я чувствую классно себя. Поэтому обязательно возьмите себе магний. Есть магний-цитрат, который, по-моему, правильно я говорю слово, цитрат, он еще имеет немножко такое транзитное, если вы понимаете, о чем я, транзитное такой эффектик. Вот, в следующий раз возьму опять магний-цитрат, если когда допью этот. Я пью по 2 капсулы на ночь. Вот такие вот белые капсулы там. Вот у меня уже практически заканчивается эта банка. Все, допиваю. У меня тут была пауза, я не пила. Сейчас опять начала пить. Вот, и опять закажу или не закажу. А, у меня вот другой пришел магний. Сейчас я вам его покажу. Вот запечатанная упаковка. Магний вот такой вот. А потом опять, когда этот закончится, этот я закажу себе магний цитрат. Поехали дальше. Что я пью еще? Вот это вот просто вещь. Это супер вещь. Оставляю на нее ссылку. Это то, что мне помогает сейчас худеть. Я сейчас получаю массу классных комплиментов. Приятно очень это всегда. Когда мне говорят, что Ань, ты помолодела, и цвет волос, и немножечко начинаю скидывать вес, потому что я не ем сладкое. Да, может быть, у меня не стопроцентная кето, но я ем безуглеводную пищу сейчас, и я не хочу сладкого вообще. Конечно, если поставь мне сейчас под нос какой-нибудь там шарлотку, блинчики или какой-нибудь там, я не знаю, кренделек с марципаном, конечно, я, возможно, не сдержусь. А возможно, сдержусь, потому что у меня нет этого тяги поехать купить сладкого, наесться сладкого, потому что я пью вот такую вот чудесную вещь. Это БАД, это добавка, это, наверное, называется это кандидаз. Бренд называется Enzymedica. Очень хорошая цена этого продукта именно на iHerb. По-моему, 16 баксов или евро. Когда на немецких, голландских сайтах она стоит 36 евро. Здесь 42 капсулы. По 2 капсулы в день вы пьете утром на голодный желудок. До 2 часа до завтрака. У меня как раз получается, что там где-то 7-8 встаю, пью воду, пью вот эту штуку, и потом еще до 11 не ем, потому что у меня еще плюс интервальное голодание, такое интервальное питание. В общем, короче, девчонки, если вы такие же сластены, как я, кандидазу вот эту купите обязательно, обязательно. Мне тоже подписчица скинула ее, спасибо тебе, дорогая. Мне это очень помогает. Я считаю, что это пробиотик какой-то. Борется с этой кандидой. По-моему, кандида называется. Такой грибок в кишечнике, который требует сладкое, если я все правильно поняла. В общем, девчонки, вот эту штуку обязательно купите себе, если вы хотите худеть. Если вы едите много сладкого, купите себе сразу 2 банки. Но вообще курс один вот этот. Пропить 42 капсулы, 2 капсулы в день. Это получается у нас 21 день. И как бы вам будет счастье. Тут еще написано веган и кошер. Так что, девчонки, кто на кошерном, ставьте плюсик. Кто на кошерном, тоже можете это пить, потому что это, ну, чистый БАД, так скажем. В общем, он по хорошей цене есть только на iHerb. Больше нигде нет. Везде он стоит в 2 раза больше. То есть, если покупать его в Голландии, 32 или 36 евро, а там 16 евро. Так что, девчонки, обязательно пробуйте. Ну что, поехали дальше. В общем, вот эту вот штуку.
вот эту вот штуку обязательно. Я сейчас сижу на кето и пью вот такие вот добавки, называется кето. ketoweightloss.com. Я посмотрю, если есть такие на iHerb'е, оставлю на них ссылку. Если на iHerb'е не найду, то найду, где моя подруга их купила. Это мне подружка принесла их, две банки. Она похудела на 12 килограмм с накету, прям очень хорошо держится, очень хорошо выглядит, помолодела, меня замотивировала и говорит, вот, пей. Здесь в составе, значит, магний, кальций и все. Что здесь еще? Содиум бета. Что такое содиум бета? Я не знаю. В общем, короче, здесь... Короче, магний. Магний и кальций. Это то, что нужно обязательно на кето-диета, потому что ну, эти вещества немножко смягчают вот этот вот вход в кетоз. На кетозе, когда вы это знаете, что такое, да, когда у вас абсолютно отсутствует полностью углеводы, сахара и вот это все, и ваш организм перестраивается, и он начинает расходовать жиры, накопленные за все годы. И вот это вот очень, этот процесс нужно запустить, поэтому нельзя ни в коем случае никаких углеводов, сахаров, ничего. Даже помидоры, паприку, вот это нельзя, потому что это все-таки медленнее запускает этот процесс. В общем, короче, кето, если вы как я на кето, пожалуйста, тоже пейте, либо магний просто, либо вот такие кето-добавки. Я пью и то, нормально. Наш любимый витамин D, девочки. Даже если вы не верите ни в какие БАДы, витамины, волшебные пилюли и вообще все-все-все, пожалуйста, пейте витамин D. Сделайте мне приятно. Пейте это ради себя. Это обязательная штучка. Это вы себя по-другому будете чувствовать. Вам будет меньше хотеться сладкого, будет лучше кожа, лучше настроение, лучше спать будете, лучше зубы будут, лучше волосы будут. Это самая настоящая необходимая добавка, которую мы не получаем. И по-женски нужен витамин D. Для всего нужен витамин D. Для всего. Для хороших костей, зубов. Для всего-всего-всего. Короче, это необходимая вещь. У меня, наверное, не знаю, видно или нет, там просто совсем чуть-чуть уже осталось. Я допиваю его. Вот. И какую-то, может быть, сделаю небольшую паузу, потом опять куплю. Именно в масле. Вот такая пипетка. Шикарная. Очень удобно. Прям так открываете. Набираете. Оп. И все. Очень приятный такой цитрусовый, легкий привкус этого масла. В общем, вот я пью, когда вспомню, сразу кап себе и все, и пошла. Сразу почувствуете разницу. Обязательно купите себе витамин D3 у меня. 2500, 2500 это унций. В общем, в масле обязательно. Он должен быть именно витамин D2. D3, простите, он должен быть в масле. Вот, есть, конечно, в таблетках, я пила в таблетках витамин D. Мне больше нравится в масле, поэтому я буду его покупать только в масле. И вам тоже рекомендую. Девчонки, я вам рекомендую то, что работает. Это очень-очень-очень-очень крутая вещь. Витамин D обязательно. Так, что я еще пью? Я пью вот такой вот, значит, это я в бельгийской аптеке покупала, это мне... Доктор выписал, но вы можете это купить. B-комплекс. Видите, запечатанная еще упаковка. Допью вот этот вот B9, B12. Короче, это вся группа витаминов B. Она очень хорошо для нервной системы, для сердца. Вот это именно, когда у меня был сильный стресс, мне доктор выписал вот это вот витаминки B попей. Они такие приятные, они такие маленькие. И они прям вот, я по две витаминочки пью, они прям растают во рту. Тоже такой приятный апельсиновый вкус у них, приятная конфетка. Вот, можно по одной, можно по две в день. Короче, тут у нас фолиевая кислота, значит, ну это и есть, наверное, витамин B, да? Витамин Е, нет, простите, только витамин B12, B9. Вот, когда я это пропью... Если найду, оставлю ссылку, но, скорее всего, нет, это аптечный витамин. Я буду пить B-комплекс 100. Значит, энергия, метаболизм, нервная система и сердечно-сосудистая система, короче. Это все витамин B. Вот эту штуку я вам очень рекомендую. Я уверена в этих витаминах, что они классные. Ну, просто как бы у меня уже открытая пачка есть. Дальше начну пить витамин группы B. Обязательно, девочки, обязательно. Магний, витамин B, витамин D, витамин C, коллаген. Все нам нужно. Все нам нужно просто понимать. Это я пью с утра.
Это я пью до, значит, утром проснулась, вот это пью, кандидазу. Потом пью витамин D, потом завтраку. После завтрака я пью коллаген. Сейчас про него расскажу. А потом витамин D. Короче, в течение дня я все это так распределяю. Не знаю, правильно, неправильно, но хочется верить, что правильно. У меня есть вот такой вот коллагенчик. Коллаген 2000 единиц от голландской фирмы Люковиталь. Супер коллаген 2000 с витамином С. Вот он. Вот такой вот коллаген. Практически, видите, пустая баночка. Чуть-чуть осталось, я его допью и параллельно начала пить вот этот коллаген, который порошковый, который все блогеры рекомендуют, все его пьют, он есть на iHerb'е, я на него оставлю ссылку. Кстати, мне не показался, что противный вкус. Как я его пью? Я беру вот эту вот ложечку, набираю ее, ну, без горочки, и в стаканчик водички, которая такая вот, ну, комнатной температуры, все размешала и выпила. Тут написано, что надо на, как, короче, за час до еды или за 2 часа после еды. Ну, в общем, я до после завтрака где-то вот в течение дня я подхожу и выпиваю. Вот здесь такой вот порошочек, вот эта ложечка была в банке. Вот, вот такой вот коллаген. Ну, в общем, вот от этого коллагена я особой разницы не заметила. Какой-то красоты. Ну, пью и пью. А вот от этого надеюсь, что будет результат. Вот, коллагеновые мне очень нравятся. Еще такие, знаете, шоты коллагеновые. Вот от них прям кожа была такая сразу бом, плум-плум такая набралась. Очень классная вещь. В общем, напишите, что вы думаете насчет коллагена. Многие скептики считают, что коллаген не работает, никак он не усваивается. И все это фигня. Ну, не знаю. Не знаю, я пью, я верю, что это все работает. Для меня это ритуал. Выпила таблеточку, все, помолодела, все хорошо. Так, хром. Вот этот хром вообще на мне не работает. Вот такой хром, может быть, это какой-то дешевый хром, но это уже не первая банка. Хром, который я покупаю, как бы говорят, что он помогает с борьбой к сладкому. Ну, нифига, пила долго, пила много его, не работает. А вот эта штука, кандидаза, прям с первого дня такое прям отторжение от сладкого, прям как будто вот... Плохо. Дальше, смотрите, что я заказала. Daily Probiotics. 5 миллиардов клеток, бактерий. В общем, у меня такие две баночки. Вот эти я покупала здесь в Бельгии, по-моему, евро 18. Такая баночка стоила. Это пробиотики с iHerb. Оставлю ссылку на них. Они дешевле, и тут больше. Тут 5 миллиардов, тут 3 миллиарда. В общем, обязательно пробиотики пейте. Вы знаете, что пробиотики – это наш второй мозг. Да, не пробиотики, кишечник – наш второй мозг. Поэтому порядок в кишечнике, чтобы вам там всего хватало, все работало, обязательно пейте пробиотики. Кишечник будет лучше работать, будет меньше сладкого хотеться, будет кожа лучше и вообще общее самочувствие. Пейте пробиотики, пожалуйста. Я считаю, что вот эта кандида... Кандидаза – это тоже пробиотик. Как вы думаете? Да, значит, это здоровый баланс вашей флоры кишечника. То есть это пробиотики. Обязательно пробиотики пьем. Не пугайтесь сначала, может быть, у вас будет какое-то такое легкая диарейка такая, но потом ваш кишечник привыкнет. Вот, в общем, мне очень нравится пить. Вот эту баночку сейчас допиваю, вот видите, там чуть-чуть совсем осталось, и начну пить вот эти пробиотики. Это с iHerb'а, это вот наши, бельгийские, может быть, они тоже есть на iHerb'е, посмотрю. В общем, накидаю вам, я, значит, оставлю ссылку, это ссылка на всю корзину. Все, что в этой корзине есть, это все вот то, что мне нравится, что я, про что я вам рассказываю. Если чего-то не найду, то простите. Простите, не ругайтесь. Дальше что я пью еще? Ну, вот этот вот запечатанный у меня магний, я его тоже оставлю. Значит, ну, магний и магний. Обязательно магний нужно пить. Дальше что я пью? Я пью... Вот у меня две банки. Это вот такая вот вещь. Две баночки у меня, всегда их пью. С тех пор, как у меня начали болеть вот эти вот запястья, помните, очень я мучилась еще до операции, 2 года мучилась, сделала операцию, сейчас полностью у меня ручки восстановились,
и сила вернулась, и цепкость вернулась. Ну, левая еще, она вторая была прооперирована, она еще не 99%. Правая рука полностью, я могу банки открывать, я могу что-то держать, я могу что-то цепляться. Когда у меня была вот эта проблема с карпальным, все зажило, ничего не видно, в общем, все прекрасно. Ну, в общем, короче, я стала пить, чтобы у меня суставы хорошо болели, не болели, чтобы все работало, хрящи все были в организме, в теле. Короче, это у меня глюкосамин, гиалуроновая кислота, хондроитин и сера. Вот, обязательно своим родителям, у кого, например, колени больные, у кого суставы болят, еще что-то, обязательно такую нужно с гиалуроновой кислотой. Это все равно, что, знаете, холодца много есть. Вот это то же самое. Это очень полезно для костей и суставов. Вот, я это пью, честно скажу, не каждый день, но пью. Очень большие капсулы, они прям такие вот огромные. Такие коричневатого цвета. И такие вонюченькие. Вот, но это гиалуронка, вообще хорошо для женщины. Так и так гиалуронка хорошо в любом виде. Сера, не знаю, для чего она. А фри. В общем, вот эту штуку тоже покупайте своим, покупайте родителям. Я маме тоже такое покупала. И себе заказывала. Именно солгаровский Extra Straight. В общем, пишите, что вы об этом думаете. Мне кажется, это очень хорошая вещь. Обязательно нужно пить, чтобы кости наши были целые-целые. Сильные-сильные, крепкие-крепкие. Что я еще пью? Я пью вот такую вот вещь. Очень дешевые витамины, но очень крутые. Это Holland & Barrett. Все знают такой бренд. Он есть в Голландии, он есть в Англии, он есть в Бельгии. Это целая сеть магазинов, где продаются всяческие БАДы, добавки, суперфуды, всякий разный органический уход. В общем, короче, если вы органическая леди, вам туда. Вот, не знаю, может быть, во Франции есть Holland & Barrett. В Германии, может быть, есть. Мне кажется, везде есть. Хотя это голландский бренд. Голландские... В Голландии сделано. В общем, какая-то у них была акция. Вот такая огромная банка. У меня там тоже, видите, чуть-чуть осталось. Я их пью. Когда я их пью, я прям чувствую, у меня ногти так хорошо растут. Волосы хорошо растут, девчонки. Ну вот недавно же красилась. Все, опять корни отросли. Опять видно мои седые волосы, поэтому очень быстро волосы растут именно от этого. Вот я их все стригу, каждый раз стригу, они все растут и растут. Поэтому от этого штуки, если вы хотите волосы, чтобы быстро росли, не знаю насчет густоты, но волосы растут быстро у меня. Ногти, волосы, кожа. Самые простые витамины, но очень хорошо работают, девчонки. Я их купила вам вот такую огромную банку за 8 евро. Так, я еще забыла сюда взять омегу. Омегу я пью, но у меня очень маленькая дозировка. ДМ я покупала, очень маленькая дозировка. То есть я буду покупать другой витамин, правильный витамин, этот омега-3, рыбий жир, это антиоксидант, очень нужен нашему организму, обязательно надо пить, девочки. Но покупайте в большой дозировке, там 2000, 3000, такая должна быть дозировка. Еще нужно пить спирулину, хореллу, вот эти все добавки, все эти суперфуды, они тоже имеют много микроэлементов, потому что это водоросль, она убирает антиоксиданты, она придает вам энергию, убирает тягу к сладкому, вообще уменьшает аппетит. Но, к сожалению, у меня, я пока не нашла свою хореллу или спирулину, у меня, к сожалению, от них огромные такие прыщи, непроходящие, долго такие подкожные шишки выскакивают. Может быть, это так антиоксиданты лезут, я не знаю. Но, в общем, мне очень нравится пить хореллу, спирулину, но, к сожалению, у меня потом... Прям вот болючие прыщи, сколько раз не пыталась, никогда не, ну, всегда вот так. Поэтому, может, как-то надо потерпеть, попить пару месяцев, потом это все пройдет, не знаю. Девчонки, итак, на ночь я пью магний. С утра я пью свои пробиотики, кандидас и простые пробиотики. Потом в течение дня я пью витамин В и коллаген. Вот, ну, в общем, как-то вот так. Иногда, конечно, забываю, иногда пропускаю, потом опять пью. То есть, короче, я постоянно, я чувствую себя лучше, девчонки, я выгляжу лучше, я верю в них. Вот, может быть, это неправильно, не сбалансированное, но вот то, что у меня есть, я буду дальше пробовать, дальше как бы двигаться. Я хочу
хорошо выглядеть. Я хочу долго прожить, я хочу быть энергичной, я хочу быть позитивной, я хочу чувствовать себя хорошо. Мне очень ментально помогают и витамин В, и магний очень хорошо помогает хорошо себя чувствовать, витамин D тоже. Это чувствую я именно на своем физическом уровне, то есть мне действительно от этого лучше, я чувствую не такой депрессивной, не такая злая. Попробуйте, попробуйте. Ничего не случится, если вы не попробуете, вам не подойдет. Но если вы попьете хотя бы месяц магний, почему я называю магнезиум, простите, магний, витамин В, группа витаминов В и витамин D, вот эти три, вот эти три добавки поменяют ваше настроение, поменяют вашу жизнь. Ну, все нужно. Если вы на кето, обязательно купите себе какие-то кето-добавки, чтобы тоже себя чувствовать хорошо, чтобы голова не болела, потому что, когда мы не едим углеводы, очень такая слабость, дурное настроение, какая-то вот такая вот начинается, просто весь мир ненавидишь, потому что организм привык к быстрым углеводам, и кишечник, и все привыкло к сладкому, и тут резко у него все забрали, он, конечно, бунтует. Но потом ему будет хорошо. Ну вот, такие вот у меня бадики. Напишите, чтобы вы мне еще посоветовали, что мне еще нужно. Наверное, витамина С здесь не хватает, хотя он есть в коллагене. Что мне еще не хватает? Что еще нужно пить? Чтобы быть энергичной, чтобы не лениться, чтобы не было прокрастинации. Никогда не выговорю это слово. Чтобы была все время какая-то эффективность, чтобы я не это... тяга к спорту была. Есть такой бат, чтобы выпил бат и тяга к спорту была, чтобы хотелось бегать. Но я потихонечку начинаю дома руки, как я люблю, знаете, вот это вот, опираться на кровать, на спинку кровати сбоку. И вот ручки подкачивать, приседания делать, немножко еще схудну, буду живот качать. То есть у меня такие, как всегда, планы наполеоновские. В общем, я вас целую, я вас обнимаю, складываю все в свою коробочку. Видите, как у меня все хорошо тут помещается. Вот, ну, такое количество, кажется, вам много. Но тут, видите, запасы у меня есть. Что-то заканчивается. Вот этот хром я больше не пью. Надо отдать кому-нибудь. Вот, в общем, вот такие вот дела. Все ссылки будут в описании. Обязательно пользуйтесь моим промокодом, пользуйтесь моими ссылками на эти БАДы. Вам будет дешевле и мне будет приятно. Я вас обнимаю, я вас целую. Ваша Аня Купер. Пока-пока.